О, проснулись, улыбнулись. Ну что, очнулся? Чего глазами хлопаешь? Помнишь что-нибудь? Или ты у меня сейчас спросишь, который на дворе год? Ну еще бы. Ваша лодочка угодила в какую-то подводную аномалию. Мы тебя еле живым вытащили. Местный доктор тебя откачал, но у него, кажись, других дел полно. Попросил за тобой приглядеть. И вот ты наконец очнулся, русалочка. На болотах мы. Это юг зоны. Здесь, на лодочной станции, обосновались бандиты. Считай это место чем-то вроде контрольно-пропускного пункта на входе в настоящую зону. Сны, говоришь? Что у тебя там за сны? Ясно. Ты у нас блаженный. Не мне, дружище, тебе все это объяснять. Тебе шаман нужен. Он местное светило. Лучше всех понимает, что не так с блаженными. Да-да, ты у нас не один такой. Все больше людей приходят с одинаковыми историями. Сны, голоса, галлюцинации. Пытаемся разобраться. Не так быстро, дружище. Тебя местные выходили, но сам понимаешь... Тут у нас не благотворительность. Тем более, шаман ведет дела только с теми, кто хоть как-то отличился. Показал себя полезным для общества. Сечешь? Да нет, я-то тут, считай, просто мимо проходил. Тебе нужно к главному по базе заскочить, к святому. Да и вообще, осмотрись по сторонам. Тут, конечно, не пятизвездочный курорт, но все для жизни есть. Механик, бар, магазин. Могу тебе краткий экскурс устроить, но если хочешь сам разобраться, валяй. Хорошо, вот погляди. Первая штука, которую тебе надо уяснить, без ПДА человек в зоне как без рук. Хоть ты сталкер, хоть бандит, неважно. Там куча всякой полезной информации. Карта, список твоих задач, твоих товарищей. Словом, советую не лениться и внимательно все посмотреть. Думаю, ты подустал от постельного режима и хочешь немного развеяться? Я тут прослышал, что кто-то из новичков заныкал в старой землянке возле базы какой-то хабар. Очень сомнительное место для тайника. Может, тебе стоит его проверить? Правда, неподалеку от входа в эту землянку ты наверняка наткнешься на аномалии. Но какая же зона да без аномалий, а? Придется научиться их обходить. Отправляйся туда, я перекину координаты на твой ПДА. Как приблизишься к месту, выйду с тобой на связь и расскажу, как обойти эти аномалии. И еще кое-что. Ты лучше направо-налево не говори, что ты блаженный. Народ бывает всякий. Говорят, тут у нас уже люди лихие есть, которые блаженных за угрозу держат. Если они о тебе прознают, лишние проблемы на голову упадут. А тебе ж этого не надо, верно? Ой, я не сказал, что ли? Липа, зови меня Липа, дружище. И если что, обращайся. Кстати, перед походом в землянку не забудь заглянуть в свой ПДА. Я повесил на тебя задачку.
нашел артефакт. Скорее возвращайся на базу. Давай ко мне. Ну-ка, похвастайся находкой. О, какой красавец! Чтобы узнать об этом артефакте все, что тебе нужно, обратись к местному ученому. Вовсе нет. На каждой крупной безопасной базе есть план, по которому ты сможешь сориентироваться. На нем отмечено местоположение всех важных личностей. Ученый, механик, торговцы. И в зоне молва о твоих делах разносится быстро. Если будешь помогать местным, твоя репутация среди них стремительно вырастет. Это имеет последствия. Торговцы дают скидки, скупщики охотнее скупают твой хлам, а глава базы может предоставить тебе личное хранилище. Опытные исследователи зоны всегда следят за своей репутацией. Ты тоже можешь узнать, что думают о тебе местные, в сводках, приложенных к плану базы. Там, кстати, уже что-то чиркнули про тебя. Да уж, пока что для местных ты все еще незнакомец. Но ничего, свое имя ты еще заработаешь. А теперь попробуй найти ученого и показать ему свой артефакт. Маляву, что ли, своей накатать или там звякнуть просто? Чё, 3 недели уж без связи? Уже опознал артефакт? Не думаю, что ты умудрился откопать что-то ценное, так что советую заскочить к скупщику и продать его. Теперь, когда ты выручил первые деньги, заскочи к местному торговцу оружием. Кстати, он мой должник. Скажи, что ты от меня, и получишь подгон. Тебе стоит залететь к механику. Сразу приобретешь какие-нибудь обвесы к своему стволу.
Бля, погода говно. Если ты уже закончил с торговцем с пушками и механиком, возвращайся ко мне. Ну, смотрю, ты тут уже почти освоился. Поздравляю. Считай, что прошел курс молодого бойца. Расскажу еще кое-что важное. Если тебе понадобится какой-нибудь особый шмот, ты можешь обратиться к аукционисту. На болотах ты его не найдешь, нужно топать на кордон. На аукционе ты сможешь сам выставить на продажу что-то, что тебе не нужно. Или приобретешь ценности других сталкеров. Только учти, что БУ на аукционе не любят. Кстати, если очень хочется, можешь оформить спецзаказ на товар из внешнего мира, но и платить за него придется валютой с большой земли. Но это не обязательно. Все, что ты можешь оформить через внешний магазин, всегда можно достать и у местных торгашей. Закинул тебе особый подгон на твой персональный склад. Советую прямо сейчас проверить его. Глянь прямо сейчас. Оно лишним не будет, уверяю тебя. И не забудь после этого забежать к святому. Оба-на! Жертва аномального ДТП очнулась, значит. Да, я святой. Я тут пахан, и все на этой станции крутится по моим правилам. Лучше сразу это в дупле. У нас тут в последнее время прямо не зона, а какой-то детский сад, сплошь зеленые новички и прут. И ведь среди них чертей и беспредельщиков немало. Я таких персонажей не люблю и не советую вливаться в их ряды. Намек понятен? Уже к шаману спешишь. Ты че, блаженный? Ладно, блаженные не петухи, в жопу вроде пока никого не клюет. Но предупрежу, есть тут беспредельщики, которые блаженным не прочь почки опустить, а то и чего похуже. Так что будь аккуратнее на поворотах. Шаман у нас тут считается за авторитета, он человек бывалый. И со сталкерней, и с нами умудряется поддерживать хорошие отношения. Так просто тебе с ним не сведется. Ты сначала прояви себя, заодно рассчитайся за должок перед нами. Сам понимаешь, мы на тебя зеленку с йодом потратили. Ждем благодарности. Есть у меня для тебя одно личное поручение, безотлагательной важности, так сказать. Кореш мой, Калган, не так давно вернулся с севера зоны. Вернулся не один, а с каким-то новым приятелем, Артом. Этот Арт мне с самого начала каким-то бичом показался. Как по мне, он трахнулся бестолковкой. С ума сошел, то бишь. Сам с собой базарил. Мужики говорят, что он как-то среди ночи орал так, будто его вертухай дубинками херачили. Не знаю, зачем Калган с ним водился. Видать, было какое-то свое дело. Прошлой ночью Арт убежал на болото. Опять моча, видать, в голову ударила. Калган за ним дернул. И оба пропали. Калган, как-никак, мой кореш. Он в зоне как дома. Не верю я, что его какие-нибудь кабаны задрать могли. Давно он должен был вернуться. Разыщи их обоих. Если Калгану какая помощь нужна, помоги. Я тебе на карте отмечу, где стоит искать. Не думаю, что они на самый край света за ночь удрали. И еще кое-что. Если с Калганом что-то случилось, и в этом виноват этот черт, порешай его на месте, понял?